Я хочу рассказать о своем прадедушке. Моего прадедушку звали Лаптев Владимир Григорьевич. Родился он 15 июня 1924 года. До войны работал на шахте Кирова слесарем. Участвовал в Великой Отечественной войне от начала до конца. Воевал на эстонской границе. Был старшим сержантом. В годы Великой Отечественной войны был несколько раз ранен. 9 июня 1944 года в левый локтевой сустав, а 19 августа того же года пулевое ранение правой стопы. За свои заслуги прадедушка получил медаль за победу над Германией. После войны прадедушка продолжил работу на шахте Кирова. Прадедушка умер в 2003 году, когда ему было 79 лет. Я горжусь своим прадедушкой, и он навсегда останется в нашей памяти.